И опять наступает ночь. Все ходят в свои комнаты. О, боже мой. Клик то континью. Лобби, окей. Что на этот раз? Посмотри там в мой этот... Что там? Куда? Давай, расскажи мне что-нибудь. Иди и посмотри, можешь ли ты помочь гостям в комнате. Какой ты смешной. На, поговори там с кем-нибудь. Что на нас на кичен? Кто-нибудь поможет мне? А почему готовят лягушку вообще? В чем прикол-то? Давайте, мне нужна какая-то новая фигня, не? Свечки, что-что? Что я могу такого забрать, ребят? О, смотрите, там... Так... Так, чё? Так, где кот? Мистер Кролик? Хотите к кролику пойти? Вы же видите, что кота нет? Вам видно? Он как бы выключен свет, но видно, что кота нет. Капец. Я боюсь, там скримеров не будет. Так, они куда-то все свалили. А я знаю, у нас тут свет есть. Да нифига. Не тыкается никуда. Бляха-муха. Нифига. А, там... Так это кот-летучая мышь? Вы видели его? Блин, офигенно плохо видно. Потому что как бы темно. Бляха. Вот он. Видали? Что мне с ним делать? Я без него не уеду или что? Бляха, прикиньте, я без него не уеду. Что за пипец? Что мне за ним бегать по всему отелю? Алло. Эй, ленивый. В смысле, ты куда ушел? А, мне надо, короче, тыкать в сторону лифтов, чтобы он пошел. Не дрить, я поняла, по-моему. А нет. Нет, смотрите, уже светлее стало. А в чем прикол? Ну вот, поехали. Пацан. Да поехали. Да что не так с тобой? Чего мне бегать за тобой постоянно? Алло. Че это было, блин? Че это такое? Эй! Я нифига не поняла. Я не поняла. Какой-то опоссум летучая мышь. Вот именно. А, все, все, выбесился. Нормально все стоит. Спасибо. Спасибо, да. Он мне дал картошку. Ой. Он мне дал картошечку. Окей. А, можем сходить к свинье. А, к кролику можем сходить. У нас, в принципе, везде есть по этому, по ингредиенту. Больше не пугай меня так. Дурак какой-то. Господи, не кот, а... Сплошное разочарование. Кстати, вы заметили, что гостей у нас 5, а комнаты у нас 6. То есть на последнем этаже у нас тоже есть 3 комнаты, а не 2. Так что сейчас посмотрим, кому вообще принадлежат эти комнаты. Например, это. Рум 4. Кролик. Окей. Не-не-не-не-не-не-не. Уйти. Кролик. Это комната. Рум 5. Голубь. И, наверное, это какая-то последняя секретная. Private. Вы хотите зайти в private room? Нет, я хочу кролику. Yes. Мистер Кролик. Почему ты так... Ох ты. У нее апартамент, я вам хочу сказать. Сразу роемся в ящиках. Вообще, даже не видя кролика. Может, он моется? Отлично. Первая вещь, которую мы нашли, это нож. Окей. А5, ребят. О, спасибо. Простите, что делают возле микрофона, но оно здесь летает. Извините, пожалуйста. Спичек нет. Да, кстати, спичек нет. Окей, у нас есть карта зачем-то. А кровать? Нет? А где сам кролик? О, привет! Что ты хочешь? А, фокус он там хотел показать. Смотри и наблюдай. И что? Ну-ка. Ух ты.
А еще? Ну-ка. Все? Сломался? Одна карта только? Что он хочет еще? Хочешь шляпу? Хочет. Ну. Он типа снял шляпу под ней. Кролик! Эй! Я не поняла, что только что сейчас было. Капец. Что ты не сможешь 21 набрать? Чёрт! В этом был смысл игры? Смотри внимательно, говорит. Так я понимаю, что он говорит, но я не понимаю, что он хочет от меня. Цветы! Что? Что цветы? Срезать цветы! Да ядрить, нет, не срезать. Уйти. Уйти, потому что он не прям... А! Значит, фиолетовый, розовый, белый, желтый. Ну-ка, давай свои цветы. Фиолетовый, розовый, белый, желтый. Я нажала на фиолетовый? Пяхамуха. Мне казалось, я не нажала. Простите, пожалуйста. Фиолетовый. Блин, это было один раз нажать. Розовый, белый, желтый. Нет? Еще раз. Нажму один раз, клянусь. Фиолетовый, розовый, белый, желтый. Ну чё? Я не понимаю. Блин, все правильно я делаю. Что вы мне голову дурите? Это что? Камень. А это что? Йеннеферштейн. А это что? Еще какие-то карты постоянно. Короче, два — это такой знак какой-то там. А пять — ну, короче, запоминайте, я не знаю. Может, их менять местами можно? Слушай, фиг знает. Ну, посмотреть. А может, потянуть все-таки? Может, потянуть? Сейчас попробую. Сейчас попробую еще раз. Ясненько, спасибо. Все. Порешали? Ты дурак. Что ты творишь? У тебя все хорошо? Камень тебя засунуть туда, чтобы ты... Нет? Короче, надо сделать так, что... Нож тебя кинуть туда. Что ты хочешь? Какой-то сумасшедший кролик. На. Ой. Он дал нам ключ. Спасибо. А ключ это от какого-то из замков? О, вот от этого. Ясненько. Это все еще страннее. О, кролик это, короче, блюдо сервировочное. Ну, я вот про эти знаки, чтобы помнить, кто вообще. Где чей ключ? Вот. Итак. The Amazing Mr. Rabbit Magic Show. Ну, собственно, знаем, что он Magic Show делает, окей. Наверное, эти штуки просто, чтобы мы видели печать и знали, какой ключ к кому принадлежит. Еще одна карта. Что мне с этими картами делать? Есть их, что ли? Что это? Так. Я не понимаю, разбить стекло, что вы хотите от меня? А! Это магия. It's magic. Я согласна. Это что? Камень бросить. Ножом спырнуть. Я не понимаю. Ил. Окно. В окне ничего нету. О, еще карты. Смотрите, а здесь все эти знаки. Все, мне надо положить карты. Ядрить, колотить, а? Мне надо все карты положить по этим знакам. Все. Все, сейчас пойдем искать. Значит, вот это вот было двойка. И я решила. Это двойка. Это кто? Это один, это бровь, это что? Как мне это состыковать с картой-то, а? Вы видите что-нибудь картинное, карточное на нем? На кого он похож? На черву? Я не знаю, он типа черный. Я не знаю, что. Как я пойму, какая-то карта? Хитрить. Это почему это король? Да ладно, почему вы решили, что это король? Да ладно. Как вы так сказали? Мистер Сова главный в этом отеле. Господи, хитрить.
Вот это вы шарите. А, да, вот он, собственно, все. Вопрос отменяется, простите. Где там было 2 ББ, что-то... Вот. Значит, А, это в разные стороны штуки. А, туз, простите, это разные стороны штуки. А 5 это люстра. Запомнили? Так. Люстра вижу. А у нас пятерка вообще есть. 5 это люстра. Вот, разные штуки, это туз. Нет, подождите, это туз. Вот. Ну, а тут, в принципе, можно экспериментировать. Все? И что открылось? Что-нибудь открылось? Изи. Так вот. Или поменять надо? Нет? Магия не работает? Так, я не поняла. Я правильно сделала? Неправильно? Мне кажется, правильно. Только я не понимаю, что должно было сработать. Черт возьми. Смотрите, это же какой... Давайте камни у него. Ядрить нельзя. На, что ты хочешь? Да блин, да стой. Да бляха-муха. Я упустила кролика. Пятерку сдвинь. Пятерку сдвинуть. Я что-то там промазала. Я как-то не так их это... Мне кажется, я все нормально подвинула. Ну, ровненько вроде, нет? Мне кажется, ровненько. Под пятеркой что-то произошло. А-а-а, все! Тьфу ты ее. Ребят, что бы я без вас делала? Серьезно, вы какие-то внимательные, в отличие от меня, а я как-то вообще не шарю. Так, ну-ка. Второе. У нас есть теперь кольцо и камень. Отлично. Это что? Кольцо. Ха, вот этот фокус и пропало. И чё? А, ясненько. Я думала, нас надурили, типа. И все. Окей. Да ладно, как ты это сделал вообще? Мэджик. Мэджик. Блин, я его закрыла. Я думала, это камень. Черт, прости. Что ты там хочешь? А, можно коробочки твои потыкать? Ну, ты тут. Ты меня не запутаешь. О, в смысле ракушка? Стоп, я сейчас не обратила внимания. А, тихо, я не отвлеклась. Ядрить. Черт. В смысле ракушка? Черт, я моргнула. А, правая. Поздно, что правая. А вот, да. А, давай заново. Хопа, 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 хопа. Тут, налево. Вот тут. Сейчас внимательно, ребят. Кстати, ты нашла ингредиент для блюда? Кстати, нет, по-моему. Нет, не нашла. Надо посмотреть, что там. Ракушка. Пацаны, смотрите. Ну-ка. Хоп-хоп, ядрить, вот, и... Наперсток. А, смотрим. Нихе. Здесь, жук. И это еще не конец. Направо, да? Глаз. Окей. Я не думала, что прям, типа, глаз нам нужен, но... Раз ты настаиваешь, я тебя закрою на всякий случай, ты меня бесишь. Чё, блин? Чё давно надо было для блюда нам вообще? Нам нужно белые бобы. Белые бобы, окей. Запомните, белые бобы. Чё мы там еще не открыли? Ой, господи, пипец. Чё я творю в своей жизни? А, здесь, да, мы что-то не порешали? На тебе, может, глаз? Ты глаз ищешь, да? Ты слепой. Я не знаю, что он хочет. Это что, тоже ничего не подходит? Я не предвижу наш следующий шаг. Глаз и камень у нас есть. Вот что может быть вообще интригующее? Может, ему что-то надо там дать? Хочешь камень? Нет? Хочешь глаз? Я вырву у тебя его. Что мне делать?
Так. У меня есть кролик за окном, который сейчас пойдет. Слепой. Ну, на тебе глаз. Ну, я же даю тебе глаз. Ну, выбить стекло камнем, я не знаю. Дать тебе глаз. Я не Ферштейн. Дверь хочет камень. Дверь хочет камень. Точняк. А я думала, что там камень. Что, закрыть? Глаз ставить? Ха, какой ты противный. И чё? С тобой всё в порядке? Ты как? Дружище? Айо. Мэйджик? Слышите? А! Нифига, спасибо. А еще раз. Всё, не действует магия? А кролик где? Ха, вот ты где. Окей, я вижу. Я вижу. Я вижу. И, по-моему, здесь, да? Нет. Черт. Черт, простите, подождите. А, самый верх. Черт, подождите. Я не знаю, почему мне это нравится. Пацаны, мы победили. Только не нашли бобы. Ой, закрой, страшно. Нормально. Мне почему-то нравится эта игра. Все? Значит, мы бобы не нашли. Черт. Черт. Вот это вот... Да, это плохо. Ну что, крольчатину на этот раз. Кот, привет. А, и кролик у нас... Давайте не забудем, чтобы не забыть сразу. Кролик у нас... Сейчас скажу. Кролик у нас вот это вот блюдо. Вот. Все, а третий пока не помню, честное слово. Что-то вас обмельчало, господа, да? Да-да-да. Меньше вас стало. Странно, почему. Ну что, готовь. Готовь крольчатину. Слушайте, а выглядит неплохо. Надо было за закрытой дверью посмотреть. А может, кстати, третий обед. Она ждет 5 обедов вообще. Слушайте, их только двое, прикиньте. Вердикт. Две звезды. Ну. Всем понравилось. Не такая уж и страшная игра. Я не знаю, может быть... этот... Господи. Rusty Lake Paradise мне и вынесет мозг, но вот это мне точно не выносит. Хей-хоу, на связи Facet Mark. Огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось и вы хотите поддержать меня, то подпишитесь на канал. Всем спасибо, всех люблю и до встречи в следующем ролике!